Сейчас вы увидите, что происходит в нашем организме во время сеанса светотерапии Биоптрон. Направим свет на руку, допустим, чтобы ускорить заживление раны или снять боль. Включаем прибор и подносим к нему руку. Свет проникает в ткани, в эпидермис, дерму и подкожную жировую клетчатку. В своей видимой и инфракрасной части спектра свет Биоптрон не содержит ультрафиолет. Как видите, инфракрасные лучи, которые слегка согревают, проникают чуть глубже. Свет воздействует на клетки, в первую очередь, на митохондрии. Митохондрия – это энергетическая станция клетки, которая вырабатывает АТФ – топливо, необходимое для всех процессов в нашем организме. Энергия клетки повышается, ускоряется синтез нуклеиновых кислот, ДНК и РНК, что ускоряет процессы восстановления и регенерации. Кроме того, свет влияет на клеточную мембрану. Под его воздействием раскрываются кальциевые каналы. Благодаря этому кислород и питательные вещества лучше проникают в клетку, а продукты метаболизма выводятся из клетки. Как если в комнате открыть окно, чтобы проветрить. Таким образом, свет Биоптрон действует на клеточном уровне. Он влияет не только на клетки кожи и подкожных тканей, но и на клетки крови, протекающие в капиллярах. Тем самым обеспечивается системный эффект светотерапии.